Всем привет! Делаю анбоксинг на коллекционное издание GTA 5 для PlayStation 3. Такая коробка. Покажу, что она в себя включает. Первый — это Steelbox. Диск я уже вставил. Значит, Steelbox включает в себя документацию и карту. Это все есть в обычной версии, а также ваучер на дополнительный контент. Дальше у нас идет карта, специально для коллекционного издания. Вот такая большая карта. Особенность ее заключается в том, что если посветить на нее с помощью лампы ультрафиолетового излучения, то она отобразит две отметки специальные. Вот такой лампы у меня нету, но я вам сейчас все равно покажу, что они себе представляют. Вот, собственно, карту мы изучили, теперь идут ключики с символикой GTA 5. Блин, руки трясутся, капец, вчера переиграл. Made in China, ну как всегда. Кепочка Los Santos. Тоже символика 5. Сейчас не сезон носить. Потом. И специальная сумка. Собственно, ключики сюда и вставляются. То есть можно запирать и хранить ценные вещи. Вот такой комплект. Логотип, кстати, рельефный. Все, всем спасибо за просмотры. Удачи.